Эрси Наричи – одно из самых ярких имен сериала «Яли Чапкини». Как и имена в главных ролях в сериале «Яли Кэпкини», актеры в побочных ролях также привлекают много внимания. Одно из таких имен – Эрси Наричи. Игра актера, сыгравшего персонажа, обидена в сюжете сериала, высоко оценивается в социальных сетях. Поклонники сериала «Ял Цапкс», которые погружены в историю персонажей Суны и обидена, делают важные выводы в социальных сетях о правдоподобности игры Эрсина Арычи в эмоциональные моменты. Один из поклонников сериала говорит: «Обидин проживает свою любовь и боль так сильно, что это очень больно». На самом деле, то, что заставляет зрителей так говорить, является результатом того, что Эрсин Арычи носит своего персонажа как рубашку. Родившийся в 1991 году в Шенлеурфе, Эрсин Арычи с 2016 года принимает участие в различных проектах на съемочных площадках сериалов. После персонажа Сами в сериале «Хинджмисси в медик», актер, снявшийся в различных сериалах и кинофильмах, стал тем спектаклем, который засветился в глазах зрителей, был сериал «Ял Цапкн». Дуэт Эрсина Арычи и Берила Пазама достиг такой сильной гармонии, что переживания обиденные Суны в этой истории очень впечатлили поклонников сериала. Из взаимодействия в социальных сетях, созданного Абидином и Суной, можно понять, насколько сильно побочные роли влияют на зрителей, как и главные герои сериала «Ял Цапкс». Можно сказать, что Эрсин Арычи – одна из самых ярких звезд этого сезона с его игрой, которая заставляет сказать: «Он не играет свою роль, он почти живет ею». Конечно, нельзя не отметить игру Берила Пазама в двойных сценах и гармонию дуэта, которая впечатляет зрителей.